Автобусную остановку, площадь Советов украшают творения сразу двух небезызвестных деятелей искусства. На одной половине работы режиссера и продюсера Салбона Лыгденова, на другой – каллиграфическое изображение, автором которого стала Ася Лыгденова. И вот этот проект называется «Арт-галерея СНУ на уличных остановках». На трех остановках города Улан-Удэ будет размещены работы наших бурятских художников, и с чьим искусством будут рады познакомиться не только гости столицы, но и, собственно, наши горожане. Неподалеку, на остановке рядом с филармонией, свою работу разместил художник Амгалан Ринчене. Картина называется «Химарин». Через нее автор показывает, как он видит бурятскую культуру, мифологию и фольклор. И я очень рад, что я участвую в этом проекте СНУ, именно вот в части присутствия на остановках, потому что я верю в то, что среда формирует, и среда нашего города должна быть не только удобной и продуманной, но еще эстетически приятной. Помимо художественных изображений, на остановках появились и схемы движения муниципальных автобусов, а также карта исторического центра Улан-Удэ. Вся работа над схемой заняла примерно 2 месяца. Самое сложное было развязать вот эти все маршруты, чтобы это было понятно горожанину. Также, кроме схемы, на информационном стенде получилось добавить QR-коды с переходом на сайты перевозчиков трамваев и автобусов, а также добавить QR-код на транспортный портал города ИТС-03. Этот проект удалось реализовать при поддержке государственной транспортной лизинговой компании, корпорации ВЭП-РФ и администрации Улан-Удэ. Местные художники – это тоже туристический ресурс. Такие проекты дополнительно привлекают больше туристов в регион. Надеемся, что жителям города понравится данный проект. Добавим, что миссия проекта «Сайну» – создание нового местного бренда, а также вовлечение горожан к участию в мероприятиях, направленных на развитие культуры региона и сопровождение позитивных изменений городской инфраструктуры. Руслан Хороших, Бато Гармы, новости дня.